Как сообщил ранее телеканал «Мэтр», в Йошкар-Оле стартовал месячник по благоустройству города. Работники коммунальных служб уже вышли на улицы столицы, активно убирая накопившиеся за зиму мусор и грязь. Впереди два городских субботника, которые состоятся 19 и 26 апреля. Власти столицы призывают выйти на уборку всех неравнодушных горожан. А как настроены сами йошкар-олинцы и готовы ли помочь коммунальным службам справиться с последствиями зимы? С этим вопросом мои коллеги вышли на улицы города. Участвуете ли вы в городских субботниках? Да. Когда в последний раз участвовали? А вот суббота, воскресенье было возле дома, мы снег разбрасывали. Ну, я бы с удовольствием приняла участие. Но никто ж не приглашает. Нет. А хотели бы поучаствовать? Так как-то не особо. Да, конечно. Около дома участвую, когда дома. А так по городу нет. В молодости, да, а сейчас нет. Нет. Почему? Работаем, потому что все время. Ну, если будет что-то такое организовано, почему нет? Хорошее, доброе дело. А когда в последний раз вы участвовали? В том году. Спасибо. Нет. А почему? Не слышала даже, что у нас есть субботник. А если бы была возможность, участвовали бы? Конечно. С удовольствием. Нет. А почему? Я не знаю, потому что где они и когда проходят. А если бы была возможность поучаствовать, вы бы... Да. Воспользовались? Да. Спасибо. Нет. А есть желание? Нет. А если бы была возможность? Попробовала бы, может быть. Нет. А почему? Некогда.